Плановая вакцинация от гриппа в 33-м регионе проходит со скрипом. Глава облздрава посетовала на пассивность горожан и неправильное отношение к прививочной кампании. С иммунизацией детей в нашей области проблем нет, говорят в департаменте здравоохранения. Около 99% вакцины уже израсходовано. На следующей неделе ожидается новая поставка. А вот взрослое население вяло реагирует на призывы медиков привиться от гриппа. Из 400 тысяч доз в остатке больше 20%. Медики включили креатив и пошли в люди, но даже это не помогло. Для меня, например, показательный пример, когда на центральном рынке наша городская больница номер 4 в предыдущую субботу выставила работника. Там активно через рупоры призывали посетителей рынка и продавцов, соответственно, привиться. Но вот к 2 часам дня медицинский работник вернулась в медицинскую организацию и посетовала о том, что только 12 человек пришли вот в этот пункт вакцинации. Елена Утемова напомнила, согласно постановлению правительства, обязательной вакцинации против гриппа подлежат не только медики и педагоги, но и работники транспорта и торговых сетей. Они также относятся к группам риска. И именно к ним теперь поедут люди в белых халатах, чтобы сделать прививки от гриппа. И если с педагогами и медиками мы достаточно серьезно отрабатываем эту историю, то, к сожалению, вот работники, видимо, торговых сетей не всегда активно на это откликаются. На заседании нашего оперативного штаба мы поставили задачу перед главами всех муниципальных образований о том, чтобы прямо по каждому учреждению, по каждой организации были согласованы индивидуальные графики выезда медицинских работников.